Марухе все уйти надо. Время для интереса. Так тебе сейчас надо уходить, Марухич, да нет, все, если надо, то все, под буревестник прыгай в Лема. Ваня, заходи на этого, на своего Валдуя. Я могу похилить, ну, типа на Марика. Ну давай, Вадим, похилишь, ладно. Этот, Бухой, надо что-то с первого босса? Быстрее, да нет? Да ничего там вообще не надо. Там с первого босса ничего нет, на ногах, кроме инфолика. Да, давай, Троянский, туда прийти. А я? Ну, давай. Этот. Так, все, сумоньте реально сейчас первых пять патчей. Теперь фласки за СПД, за саппортами, хилы там, кидайте обмен Майлику. За ДДшными фласками Милики, кидайте обмен Хики, он по одной фласке всем выйдет. А, по одной давайте или фласку? Да, по одной. Возьмем пока. За СПДшными. За СПДшными будете мне скоро кидать. Подождите, я еще пока сметки расставлю. Все, теперь можете кидать обмен за фласками. По очереди. Кидайте все обмен за СПДшками. Ну, подскажи, саппорты отдавать только хилам и танкам. Хилам и танки, да. Все, окей. Саппорт и Майлику, Пать. Опа. Че, уже все собрали? Да. Давай инвенменты пойдем. Или хотя место троянского. Сколько места не будет на замене. Да я могу зайти, давай, похили. Я просто там по поводу легионы беседовал, мне там парнишка подсказывал. Пытается гильдии совместить нашу, а я ему не даю. Как еще есть? Всем раздал фласки. Политика, блядь. Что за гильдия? Так, ладно, все, все фласки раздал. Жень, дай будем этот уже бить. Короче, первого босса. Бьем. Первого босса бьем в центре. Первый танчит по Хован, первый танчит точнее Ю, и второй танчит по Хован. Танчите по 4 стака. Третья пати РДДшников слева бьет босса, четвертая справа. По Хилам Полинор, Майлик справа, Гудхелп, Мавар слева. Хилят. Дальше. Выходит две чешуи. Третья пати становится Луна, четвертая Крест, пятая Квадрат. Всех, кого замораживают РДДшников, сбегаются в Квадрат. Играем все по кислотной, даем Геру. Максимально бурсты. Бурсты на первого босса не тратим. Юй сам подбежит, разморозит в квадрат Мелики. Если Меликов заморозят, не подбегают, разморозятся. Вас самих подбегут, разморозят. Далее. Они обе закапываются, в идеале это одна будет. Закапывается. Мы набираем рейнджер, дальше. Первая пати Меликов бьет справа, вторая слева от босса. Танчить будет Юй. Добиваем так огненную, потом выбегает ледяной рев. Убегает ледяной рев, мы будем по ситуации бить либо в трусах, либо в печеньке. Дальше. Когда я сказал, все сбегали от трусы. Первый будет давать придом трусу, на второй вакате. Жень, там нету места на пачку. Кто-то ливнул. С рейда не ливаете во время пула. Забагаете хилбот. Если делаете это, минус оно ЕП. Так. Хорошо. Так, будем бить по ситуации, либо в трусах, либо в печеньке. Первый фридом дается фун, а второй этот вакатин. Будем бить, когда сказал сбегаться в трусы, соответственно, все сбегаются в трусы. Все своих убирают петов. Локов касается, маги не нажимают, копии. Далее. Трапы не ставятся, копии не нажимаются, петы все убираются. И все становимся в один фрейм в трусы, либо в печеньку, когда выйдет ледяной. Потом он выпрыгивает в центр, разбегается. Как убегать правильно? Вот так, либо вправо,
либо влево, и смотрите, куда он бежит. За врезание сразу минус 500 будет. ЕП. Это вся тактика, его нужно будет залить. Также, если будем видеть, что не успеваем его добить по диванам, я там во время пула назначу, кто какие диваны закинет. Все, Будрейвен. Рыбу. Здесь ждите. Сейчас поставим рыбу. Кушайте рыбу. Все масло используют, фласки тоже всем выдали, чтобы все фласки были выпиты. МК-шку Марсес. Давай, мне я тебе лично, будет честно. Все, кушайте все рыбу, добавим полу, будем начинать. По СС-ам бафка Майлика, Ямобой в Годхелпа, Будрейвен в Изморского, Джанг пока оставь СС. Блять, даже места нету, куда закидывать день. Дохуя стало нас. Короче. Напишешь, я тебя начислю тоже с Энджи. Все, готовность на пол. Чупа. Все, все готовы. Еще раз, третья пачка РДшников слева, четвертая справа. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Я даже не поменять никого. Четвертая относится и вторая пачка, если что. РДшников. Сколько он второй остался. Сейчас ДПС овер до хера, да? Да, сейчас ДПС будет овер до хера, поэтому смотрите. Двухминутные бурцы не сливайте тогда. Только минутные можете сливать. Ага. Чтобы максимально забурстили. Смотрите, первая лужа может полететь в мили-зону аккуратно, тоже не видим. За свету бурсту минус ЕП, да? Да нет, я буду следить за Варен. Все. Выбежали с огня. Полинор. По гоблинам также играют все. Сейчас занесу. Под боссом можно кастовать, но стопайте на 6 секундах. Кто под боссом, стоп каст. Убейте гоблина быстрее, ну, с меня. Бафка прохил. Тут Майлик забежал под босса. Майлика быстрее нужно будет сбить, как можно быстрее. Кто может станет, станет. Ладно, прохил выбежали. На эмобое под босса. Играли. Можешь кастить? Оп, вот, сейчас. Кастить. Также не забываем припоту нажимать на кислотную, когда она выйдет. Что стоим, кастит? Он на Майлик. Закинь уже, Боб. Йоми. Закинь. На Йоми, под босса. Подбежишь под ворота самые. Дюй танчит огненную, пахлаван кислотную. Полу в пахлавану. Добили. С Юй побежала. Третья пачка луна. Четвертая крест. Пятая квадрат. Играем пока по огненной. Отдали бурсты, отдали Геру. Припоты также нажали. По урону очень хорошо.
Четвертая пачка в квадрат. На разморозку. Ну, на Йоэм. Добили кислотную. Дальше ренджул 10 метров все набирают. Теперь в Луну подбегите на разморозку. Где попалось? РДДшники добили кислотную, милики, идите бейте пока огненную. И РДДшники наберите рендж уже. Вторая пати миликов уже может сваливать. Первая пати будет быть на готове. Тоже убежали. Все, набрали ренджу все. Разбежались. В центре очень много людей, больше ренджу наберите. Мастакру нажми, майлик. Чупа кош нажми. Бейте эти босса, кто без дебафа. С дебафом далеко не отбегайте, чтобы вас скидить могли. Возможно, будет еще одни брызги. Возможно. Отбегите еще раз, милики. На всякий случай. Айсбаунд и мастакру. Молодец. Молодцы. Так, БР по Вакате. Дай. Из Мордской. Или бахло сразу. Гим закастуй. Войд на ману. И Иннер по Гудхелпу залей. Из Мордской. Будем бить в трусах, если кто босса. Кто не разбежится, сразу минус 500. Те, кто сдох, Чупа, Эрария и Вакате, кто минус 1000. Минус 1000 минус 100. Хуясь. Юи, простите. Смотрите лужи здесь. У петов убрали тотемы. Подбежали все в трусы. Трусы. По луже не бежите. Хван пока танчи. Первый фридом сосунул. Все возле босса находимся. Под боссом тотемы, смотрите, что они стояли. Когда он разбегаться будет, он в тотемы иногда врезается. Как врезается босс, дадите еще одну геру полокать. Все, вообще, все в трусы точно, в одну точку стали. Все в одну. Хорошо, молодцы. Сейчас приготовились право-лево бежать. Хорошо. Геру дали по локате. Юи, возьми на себя босса за танки. И отбеги так же, как назад немножко. От босса по хован перетанчишь. Чтоб он немного на шат ошел к центру. Бежали все в трусы снова. Ближе подбегите к танку. Подбегите. Прокил похвалана. Сосуну сейчас первый тоже. Ридом. Второй локатий оставляем. Джанк, у тебя, по-моему, СС остался с косту его на локате. Право-лево разбежали. Дух стаи не забывай. Хорошо. То же самое так сделаю, Юи, отбеги назад немножко, похован ты стой в пачке и просто передаунти. Чтоб он немного отошел к тебе. И верните, босс. Yes. Так, теперь по диванам Майлик будешь закидывать в пики, если что. Сатсуна будет закидывать в бабку. Код Хелл определенно. Что там еще остался в Акачи? Если он сейчас врезается. Когда я скажу, закиньте диваны. Кого-то, но он не должен ни в кого врезаться. Сбегали. Право-лево. Именно диван? Да, именно диван. И их не снимаете до того момента, пока он не прыгнул в центр. И второй еще раз не врезался. Но он не понадобится. Айсбаунд массакру нажимай. Сейчас Гера может почти, может Берса почти сразу наступить, поэтому бабы уже нажмите этого один. Берса наступила. Нет, Берса. Нет? Повезло. Хорошо. Так это только третья же была, нет? А сейчас по три грязания. А, да? Извините. Да.
Сейчас они сломали босса по 3 врезания. Так, нужно Сэнджу отдельно начислить. И так как мы убили с первого драя без вайпов, это плюс 200 начислим. Первый раз, наконец-таки. Так, мне сейчас нужен будет еще один Аршама. Женя, заходи. Угу. Или к кому-то. Сейчас, подожди. Кому этот босс не нужен, сразу присоедините в идеале из мириков. Заходить? Да, ты по-любому заходи. Я здесь, здесь не буду попробовать. Так, не помню. Ловил связь, аж когда меня нету, вы проходите, хорошо. Так, и Сэнджу отдельно 350 чистый. Мне на хило? Да, тебе на хило. Сейчас, подождите 5 секунд. Так. Блять, а как мне кого-то заменить вообще? Надо кого-то кикнуть с рейда. Ай, блин. Невозможно даже заменить. Замените кто-нибудь спать пока. Так. Один. Чтоб можно было заменить. Давай кого-то кикнуть. Кикну Локсар пока. Потом я отдельно буду начислять. Так, шнурки. Так, одно тело уже кикнулось. Ну хорошо, я сейчас кого-то из вас заберу. Давай как еврей, того Ксар я буду отдельно начинать. Так, Женя, хила, Паша Бурветник, оставайся в этом. Че, я так понял, полностью шнурки в гильдии вернулись? Да, Санечка, сила, брат. Кинь Майлику обмен за Шапротом. Кому-то есть, кому нужен второй босс? Еще. И кто на замене, и у кого ИП есть. Проверьте быстрее. Ребят, ставьте сумон, пожалуйста, уже. Сумоньте, не надо ждать долго. У тебя в Waterhouse нет ИП, ты все равно ничего почти не возьмешь. Из тех, у кого есть ИП, надо кому-то что-то. Бля, слушай, это Андрюха Троянский здесь говорит. Waterhouse дается ИП на замене, если что, дается. Всем одинаково ИП дается, кто на замене, кто на мейне. Ребята, сумоньте, пожалуйста. Короче, никто ничего не пишет, видимо, никому ничего не надо. Так, засмоньте скибиди, ему сразу вопрос, теперь по тактике. Будем босса бить в центре, будет танец по хован, Юи, давай, Иванхолика. Дальше. ЧРЗшники становятся вокруг креста. У вас инс полный, у вас кто-то выйти стоит, не могу засумонить. Ребят, кто там даже выйти? Кто, кого кикнули, кто стоит в рейде, стоит, не могу засумониться. Шнурки, выйди из инста. Вот, в районе креста будет появляться портал и пенек. Бурсты на босса не тратите, все бурсты оставляете на пенек. Шаманы, Полинор с тебя будет... орехи будешь закидывать. Орехи будешь закидывать на Сосуне. Скибиди будешь закидывать орехи. Давай на Троянского. Мувар... зубы на Вакате. Ой, зубы на Хики. Зубы на Хики. Бурсты отдаете всегда на пенек. Появляется портал, все свичнуют в портал. Появляется пенек, все свичнуют в пенек. Под первый пенек дадим Геру. Далее. Боссе будет появляться стаки, стаки снимают все, кто может. Когда появляется пенек, РДДшники, вы все делаете шаг назад. От, ближе вот сюда, к краю. Так. Ближе к краю. Также будет босс кидать крест. И череп. Череп мы прохиливаем обязательно, приоритетом крест мы выносим. Крест не выносим в сторону креста, но так, чтобы вас могли прохиливать. Также РДСники, пока есть время, все стали вокруг квадрата, вокруг креста, полукругом. По 2 человека, в РНЖ 10 метров. Женя, на рыбу, кушай. Waterhouse, мы тебя на нубл возьмем, если что. Так что можешь ждать. Наверное. Посмотрим. По СС залейте один в хики. Давай, Джанг.
эмобой, если есть Майлика, бафка Годхелпа и Будрейвен, или как там правильно тебя, в Изморского. Так, все. Готовность на пул. РДДшники уже пошли вокруг креста. По два человека, раньше 10 метров. На пул и в пахлавана. Пахлаван танк. На первых големов отдаст пахлаван массакру первую. Мастер аур на огонь должен быть. Плюс войт нажмет. Все, все готовы. Запускаю босса. Ребят, ребят, пожалуйста, ребят, не стойте справа от босса, там нет хилов. Идите сюда все, пожалуйста, встаньте здесь полукругом, полумесяца. Эмобой, перебеги на, как, в район креста. Эмобой, с этой стороны мы все бьем. Так, когда появляется пенек, вы все, РДшники, делаете так назад, чтобы вас пенек не дамажил. Стаки с босса должны прям мгновенно пропасть. Все, кто может, это делает. Погоди, пожалуйста, Саша, это мерзость. Отойдите от креста подальше. Но РДДшники можете садить подальше от креста? Даники, маги, блядь, локи, два, блядь, станьте мага. Ближе, за рыбу туда дальше станьте. Подвое, пожалуйста, встаньте, ребят. Вот, все, бревесник встал с мерзостью. Вон, с бавкой стоит кто-то там. Четвером стоят. Да, ну, подумаем, от шейфка. Ну, у вас сегодня очень много, у кого нуб не убит. Я всех не смогу взять, потому что вы первый раз в гильдии, скажем так. Будем смотреть. Я даже вас не знаю. А некоторых возьму, некоторых нет. Жень, Голдхелп, ты там далеко тоже стоишь, солдат здесь. Ребята, ты можешь в миллизоне стоять до пеньков. Пеньки за 10 секунд до пеньков убегаешь в миллизон. И смотри, если будешь в миллизоне, скажи, бьёшься под конец. Если в миллизоне стоишь, то смотри, вынеси главный крест. Врата через 4 секунды милики можете уже приготовиться. Пахлан, не пахлан, давай Женя массакру нажми на всякий случай. Бафку прохильте. Сыграли все по порталу, бафку прохил. Клоу ХП из миликов, отбегаете назад. Юи выбежал. Сыграли все по бабам. По бабам играем. Стаки на боссе. Быстрее. Очень медленно стаки. Хорошо. На Йоми прохил. Юи в анхолике? И да. Из морски злей гуд хелп уина. У нас когтей нету, да? Наверное, нет. Ты ж когти даешь, ёбану. Я была лично напомнил. Все, тихо, тихо. Оставь какой-нибудь шаман тотем на этот. Добейте бабу еще одну. Good help попросил. Не поставил тотем. Все, из кибди поставил тотем, ребят. Не прыгайте. Так, сейчас будут стаки приготовить. Скажите, бомжей Геру дали. Милики приготовились бурсить. Стаки сняли и сразу все бурстанули в пенек. Стаки. И все РДшники назад отошли от пенька. Массакру Майлик. Пахлаван дал. Оба отдали, окей, ладно. Войд кустой гин, Женя в скибиди выбежал. Мерсеза приоритетом прокил. Мерсеза больше прокил. Аверка. Каст сбили. Наоми за кустой гин на ману. Очень много людей стоит в одном месте. Молния поэтому всех бьет. Немножко растащитесь там, кастеры. Гудхелл попрохил. Стаки сняли. Троянский выбежал. Быстрее стаки. Поможет, снимает. Сбили. Играли по воротам. И Гудхелл, если есть массакра, нажми массакру. Карту босса разбейте. Буревестник выбежал. Сыграли по бабам. Такие с босса сняли. Быстрее. Еще. Хорошо, раз. Мы в Акати выбежал, бабу убили. В Акати хил. О, в Акати хил, да, сорян.
следующих бомжей закастует Троянский, и кто там больше есть. А, значит, Юй, по идее, должен остаться. Войд, закастуй гимноману. Буревестник снова выбежал. Тики прохил. Скоро будут стаки. Так, и сразу потом будут 7 попеньку. Приготовились. Так и сняли, каз сбили. Войд кастует гимн на ХП. Массакру Бахован. Мастер аур на огонь. Майлика прохил сейчас приоритетом. Майлик продли массакру. Мастер аур на огонь каст у босса. Скибиди выбежал. Гимн любой прист. Малар, давай. Добиваем босса, касты сбили, все. Останется один портал у стаки, ребят. И босс и Сацуны прокил. Свободный иннер залей по гудхелпу из Морски. Женя, можешь тиману восстанавливать в мид-зону. Стаки сняли? Если есть свободный тотем на ману, поставьте тотем. Скоро портал будет, приготовились. Майвара прохил. Каст. Сыграли по порталу, баб уже не трогаем. Добили босса, прохил всех. Если есть good help, нажми мастер. Каст у босса. Все, играем тупо по боссу. Сейчас еще будут одни стаки. Из морского прохил. Стаки. Полинор выбежал. Смотрите, Полинор там аккуратно. Злил пацан. Про Ленора прохильте. Он не в ту сторону побежал. Ну ничего страшного. Уже. Все, все упали, отошли от босса. Ну, точнее, не упали, а просто отошли от босса. Женя? Тебе нужен апокалипсис, нужны эти, чемпы? Да, сейчас поменяю. Ну чё, кого там надо? Давайте я выйду пока. Подожди, ты останешься по-любому. Пока. Да? Я сейчас выберу, да. Ну, сейчас я пока шмотки забираю, еще ИП начислю двум людям в этом месте. И потом только... Потом только это. Так, сейчас, подождите пока, я сейчас ИП вначале начислю. Начислить, так, Сэнджу отдельно еще нужно начислить, и его Ксару. Все, Марсес на замену. Ты, Марсес, когда будешь уходить, вообще уходить, просто ливнешь с рейда. Так. Кому нужен босс теперь? Плюсуйте. Апокалипсис, по-моему, нужен был. Ступни джипси. Да, во время только пула не убивай никогда. Да, чемпы сейчас. Бегу на минутку. Пока там рассказываешь, чеку. Я уже в танке. Петя, ты в танке, все остальные в ДДСников прыгайте. Сосуны в пила давай тоже. Запустите, так. Нет, да, запусти, только отойдите все, чтобы не запулили. Мне нужен еще один маг в рейд. Кому что-то, может, с магов нужно. И джипси нужен. Так, окей. Кому-то из меликов, хардэшников есть, кому здесь не нужно ничего с этого босса? Напишите быстрее. Юй, не, ты декашник, и так мало декашник. Вставайся, мистер Бонд, давай, мистер Бонд, ты на замену. Изморский, ты единственный кот, останешься здесь по-любому. Яда не меняешь. Ну давай, капитан, не все хотел. И еще один человек на замену, который хочет. Рария, нужно что-то с босса или нет? Если нет, то замену скинуть. Пока что на этого босса.
Эмобой, давай эмобой, ты на замену. Джипси в рейд. Не, Вакати тоже оставался, это единственный ретрик. Так. Смотрите, нит это значит есть ЕП на получение шмотов. Это первый момент. И если второй момент возьму вас, если только не будет убит у вас босс этот, а все остальные убит. Все. Да, рыбу дам. Люди, которых поменяли. Рыбу кушайте. Паша, с тебя тотем, тотемы поставить, защитники, будет. Смойте первых патч-патч. Да, для хики поставишь. Дырки засмойте. Теперь. Будем начинать с правой стороны, первый дрипать пойдет Троянский, играем все по черепу. Все по черепу. Играем точечно, без АОЕ. Все играют только точечно. Контролируйте своих петов. Теперь самые главные моменты. Нужно будет контролить мобов. Все лодки доставайте суккубы. Абсолютно все лодки достают суккуб. Так. Суне и Майлик идут хилить Петю. Good help. Остаешься рейд хилить. Так, играем все по черепу. Сейчас я поставлю. Все начинаем с квадрата бой. Метка. Вот. Все в квадрат прям стали, кроме ДКшников. Первый грипп это у нас Троянский, потом Юи, потом Апокалипсис. Играем в череп. Через Геру. Теперь по контролям. Квадрат запоминает первую цель. Будет первый контролить определенно. После определенно контролит бавка, после бавки контролит изморский. Теперь трусы. Трусы первый контролит джанг. Джанг. Джанг на тебе еще краснояс. По всем и изгнать пич, и луну. Изгнать луну. Первый контролит трусы джанг, после джанга контролит капитан нефть. И третий тоже запоминает изморские трусы. Я тебе тоже. Буревестник тоже запомни трусы. По печеньке теперь. Печеньку запомни с кибизи. И на печеньку отправить свою кубу бавка, когда пойдет гриппать декашник. Бавка пишет, чтобы его заменили. А, это ты заебал. Бля, такой лох. Свишер, засмойте свишера. Да вы задрали, я повторяю все, слушайте внимательно. Затем, что я теперь тебе доверяю, а остальным локам не доверяю. Вот и все. Ну, тебе с тобой уже хожу. Засумуньте свитера, Сасуме. Можем бавка, он ушел или нет? Потому что он в рейде стоит. Ну сейчас кик ночью не уйдет. Макс, выбеги с рейдом. Ладно. Свитер, ты здесь напиши? Свитер. Так, Свифтер не здесь. Но замену пока. Топ-хайп тут? Топ-хайп. Топ-хайп. Омикрон тут? Все, омикрон не смойте. Не, подожди, омикрон не смойте, топ-хайп. Тут топ-хайп. Вместо бабки. Сейчас его пикнем. Выбежит из рейда. Так, напоминаю еще раз, бьем все по черепу. Контролит квадратик первый определенно. Второй контролит джанг, последний изморский. Трусы контролит первый. Ой, не джанг, второй контролит Будрейвен. Квадрат первый определенно. Будрейвен, лох. И последний изморский. Трусы.
Ганг первый, потом топ-хайп, после топ-хайпа буревестник. Если кто подконтролится сейзмотский. Теперь по печеньке. Печеньку запоминаю с кибиги. Ганг, ты отправляешь Сукубу на печеньку. Так. Лок второй отправляет Сукубу на Холи Пава, когда я скажу. И все. То есть квадрат, трусы и печенька должны быть законтролены. Теперь готовность на пол. Рыбу ставлю еще одну. Засумайте там топ-хайпа и ребафу. Также все маги нажимайте Frost Armor и по фирам первый отдаст Void Spirit, потом Джипси и последняя отдаст на Йоми. Ну и Райвия тоже на подсейве. Там еще бафка в рейде, видимо, будет. Нет, он релот, наверное, писал. Или альтаблса. Кушайте рыбу, смойте топ-хайпа. Сам бы уже давно прилетел, блядь. Что за ребаф его? Можешь любую, сможешь саппорт выпить, два. Или на хп фласт, если есть. Не сумонится? В рейде еще. На микрона засумонили, что ли? Нет, на микрона. С их стороны. Блять. Но я не могу тоже тебя сумонить. Ты далеко от меня. Давай попробуем у микрона, ладно, тогда. Микрона в том. Тыкните. Он возле не стал, так что он зашел уже. Все, въехал рыбу омикрон. Рибаф омикрона, фу, рибаф. Все стали прям абсолютно всех квадратик потом после этого. Всех квадратик. Стали. Иди обнови пасы ПТМ и для Кити, он покажет, куда Сатуна Мейлик будет пилить. Печу, все остальные квадрачки. Первая гриппа и Троянский, Герас Пула. Прям под щит поставь в уголок там. Прям под щит Троянский. Здесь, да. Все. Все, все квадрачки. Троянский тоже немножко отойди, а то на час агресс вначале. На доски зайди, сбоку просто на доски зайди. Никогда на меня не агрелис. Ну, только Петя все красиво делает. Делал бы песни некрасиво. Лодки, которые Сукубу отправляют, отправляете в Сукубу. У тебя Сосунка загрится или там другой, блин. Давай. Оставайся. Омикрон, ты контролишь, если что, печеньку, по-моему. Да. Нет, не печеньку, трусы. Трусы, Омикрон. Вторым контролишь трусы. Все, все готовы, ДБМ по... Сукубы отправляете только в момент, когда пойдет гриппать ДКшник. Все магии Frost Armor нажимаете, чтобы на вас не агрелись. Иди гриппай. Оттуда отправили Сукуб. Геру второй грипп отдали, Геру дали. Позор. Отдайте контроль под трусы. Трусы кастует. Джан. Трусы законтролить. Печенька тоже кастует. Хан, я сейчас иду подконтролить его. Гриппите назад немножко. Глыба. Все. Сейчас кто второй контролил ханта? Будрейвен, по-моему, ты. Дал удушение ханту. На печеньку КД на лягушку отдавал уже. Не могу дальше что сделать. Квадрат законтролить. Контрольте, пожалуйста, печеньку. Законтролите квадрат. Изморский, иди, ветерок в квадрат отдавай. Каст, алё, блин, двое бьем на хп. Всё, дальше Изморский, ты три контроля отдаёшь, потом мне фиксы. После каст Вете. Печеньки отдал.
лягушку. Следующий контроль кто? Из морских сейчас печеньку по контролю. После черепа играем все по трусам. Печеньки контроль дайте. Еще печеньки контроль дайте, пожалуйста, ребят. Все, играем по трусам. Алло, блин. Пошли. Дай БР из морских мне. И сразу имир можно закинуть. Печенька с... в умиль бьет. Из морски можешь печеньку этот. Или повторяйте. Лох любой. Лягушка, лягушка, печеньки промах. Я отдал вторую лягушку, не уест ей. После трусов играем по квадрату. Хики прохильте. Ой-ой-ой, что за мор, долбоёб. Так, смотрите аккуратно. Квадрат играем и не агрись. Ладно. Квадрату играем. Печеньку законтролить нужно. Смотрите, не давайте контроль. Из морских ты сейчас можешь пятерок покидать. Или пофилять ее. Суккуб перенаправляйте на хиоркас. Вот. Давай, который ганг на хэпала, второй будрейвен на самого. Лягушка промах. По печеньке дать им другой. Можно зафилять печеньку. После квадрата по печеньке играем. Диско этого. За диспельте квадрат. Опять мод. Дал удушение самому. Кого? Играем по печеньке. Играем. Что можете какого-нибудь хила одного не контролить? Хэпава контрольте самого, держите рядом с печенькой. Дружку. И я уехать можете уже. Угу. Дайте, как только Москве... Пристет, идите немножко назад, все прям назад. То он сейчас Москве даст. И готовьте Макдиспу отдать. Прям несколько штук. Ну, представляете массовую тучку там будет. Все, сейчас закинет мазать этот маскир 100%. Падла. Под конец. О, пошел. Все, играем по хэпалу. Метки никакой нет. Сейчас поставлю метку черепа. По черепу все играем. И держите вместе самого, грипните там рядом их держите. В принципе, всех трех. Дерево есть рядом. Можете всех трех держать рядом. Грипните ДКшки закинуть. Бавка только прими, но не ливая. Не заменяй. Грипните дерево, пожалуйста, разбаньте его. Чтоб поуешили. И держите их рядом. Прибыл 30 минут. И включите этот... прокси сервер. Чтоб с Украины и с Беларуси могли играть. Без этого. Они вроде включили. Но я нормально играю с землей. Я тоже. Ну я тоже с Беларуси нормально играю. Короче, блядь, я не удивлюсь, если не смогу играть после обновления. Ну короче, мне кажется, это будет долгий ремонт.
охуенно будет этот. Иди троянский, ты троянский первый, ты за ним одного милика любого гриппнуть. Любого прям. По очереди. И кто-нибудь тоже к ним навстречу, ватный какой-нибудь подбегите. Ой. Еще грипп апокалипсис давай тоже, крест. Кашка не захотел от меня уходить. Нигде ты отпускает. Смотрите, лицом его не танчите, он вам лицо сломает. Бегайте по ледяной трапе и кайтесь его, кого он бьет. Он сказал, вы такие звери, убили всех его друзей, поэтому он не хочет убить меня. Закастуй гимн на ману. То же самое проводником, таким же 3D-картника. И все равно милика идите. Любого. Давайте вару, вару забирайте. Сука, блядь. Ладно, мы уже сами подбежим. Я думал, хуже на них. Вы видели это? Вы видели этот развод, блядь, суперский? Я думал, он все равно катится. 4 секунды, блядь, Андрей, ты стоишь, втыкаешь, блядь, что происходит? А я не знал, что из-за кассы в бопе. PHD в виде своего рогу тоже. Мы добили уже декатки. Сука, такая. Ааа, бля. И да, раз. И не раз. Опаньки. У меня я гриб не мало. Какого гриб? А где рога? А вот. Смотрите, рога очень больно бьет, поэтому лицом его не танчите. Вообще, он очень больно бьет. Кайтесь его по трапе, не знаю. Я на вальках в хиле или в РДД? В РДД, Саш. Ну, Саш, ты, кстати, фотографии не скрываешь. Да, я за кстати, да, валик починили, они теперь постоянно урон наносят вот этот периодически, то есть он не прекращается, так что вот. Ну, давай в стиле останется лучше. Есть один реплик, хватит. Саша. Сацунка, ты фотки не скинул, да? Да там. Ты забыл, наверное, да, просто? Стыдно. Стыдно, кого видно. Кринг. Вот звонит этот, как называется. ДКшка какой-то с когтями или ставит атем на... Я буду. Я ж просто не знал, что... Ребят, я поставлю тотем защита сил природы. Выбирайте другие. Людям вальки нужны. Сейчас разберем. Тут нужен выбор. Кто начислил, а потом на валик уже. Разберемся с валиками, чтобы не просраться. Тоже могу вступить, кто-нибудь другой шарики полует. Да. Ой, блядь, скажем так, я в тебе уверен. Так что давай это. Ты оставишь. Слушай, зачем нам 3 хила? У нас Gold Health, Malik хилит. Зачем Саша еще в хила оставляется? Ну ладно, давай 2 Рошама, в принципе. Я сейчас, давай, Санька, культурил этого. Давай я в хипре ставлю. Да, оставайся, не хватит, и хватит. Что ты, блядь, хилить не хочешь, что ты в хэп-приставке хотят? Это... На вальках приятно хилить, когда вот это ну, а потом говорю, у меня маны нету, блядь, дайте мне маны. А, ну да, друидов нет. Один есть, он какой-то. Даже не знаю, человек... Пусть состояние. Буревестник на всякий случай спекнется в Аршаму. Надо, пусть Атем дает. Атема тогда не будет. Пусть Буревестник будет в этом. А теперь... А теперь, кому нужен босс? Ничего бухой говоря. Мастер Жвенек. Бухой мастер Жвенек. Капитан Нефть, тебе этот босс нужен? Именно по шмоту. Так, все, джипси на замену, у тебя урон меньше, бухой еврей. Кто еще? Свишер нужен босс. Апокалипсис. Апокалипсис, тебе босс не нужен, окей. Апокалипсис из рейда, Жвенек в рейд. Теперь,
Пахован в танка, Юи в танка, Хики в танка, это так, три. Еще один танк нужен. Давай, троянский ты. Я не танк. Давай. Фрост-тройку? Ты, Маша, выйдешь? А у тебя нету танка? Нет, я сказал. Блять, Женя, если будешь проебывать, буду давать жесткие минусы, а Женек в танк. У меня БДК, но у меня ДД спеки. И ПВП. Так. Так. Капитан Нефть, мне нужен ответ. Тебе этот босс нужен? Какая шмотка нужна? Фрея, если кастерская, то... Уотерхаус, ты говорил, что у тебя убиты все, кроме Ануба. Тебя заберут все равно по ИП эту Фрею. Фрею... Какая Фрея, Линкани? Ну, эту Фрею хилы заберу. Хилы в приоритете. Ну, давай, Фрея выпала. ИП 250 старт. ИП хилы в приоритете. Полинор... Кому-то из них надо. Полинор, надо же это? Ну, 250 скибиди. Все, вот скибиди и Полинор и ПС. Шею уже автоматически ты не получишь. Дальше, что там еще тебе надо? Опера теперь не обязательный босс. Это... Зачем ты сказал, Саш? Это же был самый важный босс. Наручники эти ЕПшки, кому они нужны. 250 старт. Капитан Мир 250. Дальше. Побольше ставит. Капитан Мир раз. Будрейвен 300. Ты Свистер тоже можешь ЕПшки. Я что-то тебя заменю. Него. Давай, быстрее только, да. 400. Свистер. Ну ЕПшки, погнали. Быстрее. Что ты, обмен? Шея еще не выпала, Женя. Свистер 400 раз, Свистер 402, Будрейвен 450 раз, Свистер 700 раз, 702, 703. Все, капитан Нефть на замену пока. Свистер выйдет. Так, теперь запускаем босса. Там тотемы все поубирали. Все поубирали. Мне кажется, за шею кто-то ничего не понял. Типа, Женя забирает шею за 250, реально? Нет, они будут дальше и просто тебя попросят. А, дальше все, я понял. У нас как бы двое вдали. Никто не стоит на шкафа, ничего. Поставьте шкаф, засуманьте. Выкиньте обычные слабенькие классы. Дедокная, Свистер и Бухой. Все берут темную, кроме танков. Танки это Женек, Пахлаван и Тики. Пахлаван ловит слева от боссов, Тики справа, Женек сзади. О, Саш, а блин, у тебя есть булька на этот скорость припод? Припод меньше. Ну, да, блин, кинь по всему. Сейчас тебе налить тебя. И сейчас Криша разосмоньте. Спасибо, Паша. Кулака нету. Ребахните кулак и Криша разосмоним, да будем начинать. Давайте быстрее, ребята. Сколько там времени осталось до ребута? Минут 20. Кто первый? Кто-то это мейн танк Юи? Мейн танк Юи, да. Ренессанс, ты знаешь, как напулить. Взял темную, светлую, точнее, напулил. Никто не бьет босса, пока не сказал. Смотрите, так за уехкой своей. Все бьют пока точечно. Играем по светлой. А кого мне напулить? На Юи? На Юи напулить, да, темную. Все стали в одну метку точечно. Сейчас метку просто выставляю. Крест. Раз. На пул и в Юи. Я справа, да? Да, ты справа, Пахлаван слева, Женек сзади ловит сферы. Ни одна сфера в нас не должна залететь. Противоположного цвета. Саня, свищни меня с Маваром, ой, да? Местами. Зачем? Ну, чтоб мана была. Ты в Каприста прыгнул? Да, блядь, шестой хил лучше. Это есть такой. Зачем? Просто я боюсь, что урона платила, но их танков сколько, его сколько. Хватит. Так, ладно. Все стали прям в крест, в одну метку, в одну засли, все, кроме танков.
все. Точно в крест. Угу. Готовность на пул. Бурсты не тратите вначале. Дайте поставить. Босса. Босса вообще никто не бьет вначале. Сацуны. Давай, Сань. Санечек. Все, все готовы. МКшку там закиньте. Ай, где? Сейчас там микрон закинь. Все, иди пуляй, Юй. Припоты можете здесь, пока никто не пить, все равно бить вначале не будем. Пока не поставят. На пулы отдали в Юй, пока босса никто не трогает. Все, играем точечно по светлой. Приспособность через 30 секунд. Приспособность через 15 секунд. Через 8. Приготовились. Играя, взяли светлую, дали геру, играем по темной. Бусты нажали. Нажми айсбаунд, Юи. Каз сбили. Прохилили рейд. Идем, по пути не ловим темные. Теперь танки ловят темные, по пути темные не ловим рейд. И все тоже в квадрат стали. Кучнее, очень рассосались. Быстрее, кучнее, там хилы подойдите. На... Если щит будет дальше, нажмете приботы. Света. Света, воронка, прожаем бить, танки прожмете. Мастера урна огонь нажмите. Так, это два раза светлая способность была, сейчас будет два раза два темных коста. Танки, когда скажу заранее, приготовьтесь, будете ловить светлые сферки. Женька, прохильте. Следующая способность, все взяли темную. Играем по светлой, танки ловите темные еще. Мастер аур на тьму и массакру нажми по хвалам давайте. Дальше будет светлые ловите, светлые. Все, переводим, по пути светлые не ловим босса. Смотрите, летят светлые, аккуратно, рейд. Полинор, вставай, рибав Полинора. Риба, этот, бэр Полинору. Линор, можешь светлую взять. Дальше все равно щит будет темный. Ой, не темный, а светлый щит. Гимн Войт нажми. Угу. Вы сейчас светлую ловите. Пурсты отдали, сбили щит. Свет поменять. Нет, не надо ничего менять. Никто, блять, зачем? Поменяли цвет? Нет. Пишите, кто поменял. Ну, так и остаемся и бьем. Танки ловим все шары нахер и все. Танки светлые ловите, просто урона сейчас можно не хватить из-за этого. А вот сейчас под черные, половина рейда под белыми сейчас. Я-то черный. Блять, ну. Сейчас надо все шары ловить, чтобы ни один в рейд. Ловите все лучше шары, чтобы ничего не залетало в рейд. Либо возьмите все белые. Светлую, все взяли светлую. И бьем по темной. Справа залетают, слева залетают черные. Мы все под белые уже, Сейчас перейдем. Блять, ну куда? Переводим. Прохил. Ну справа, слева залетают, ну, блять. Да добьете, нормально. Добиваем босса. Бурстаните. Приспособность через 12, 1%. Давайте, топите.
Ребята, не говорите раньше времени. Да, я какой мне. Ну, типа, у меня ДБМ показал, да. Что, типа, смена цвета. Все стоят. Не смотри на ДБМ. Ну, дай ГП, ну, ГП тащи. Да ты не вайп, но уже рейд. Не, ну, минус 100. Там нормально так ебло. Я бы за левую сторону немного заебашил. Там три шара подряд летело. Все, сейчас пока никому не буду, давай. Не, так в смысле, ну, так нечестно. Давай, ебаш. А, ладно. Че, видали силу хп-ста, бля? Сейчас было очень так опасно, на самом деле. Не знаю, вот. Как хп-ста, но ты меня не обогнал. Обогнал. Так, 50 на фейсе, но всем. Локсар не в рейде. Отдельно. Я ведь в прошлый раз не начислил. Ничего не в рейде. Как там этот ник? Блять. Сэндж. Так, теперь сколько времени до ребута осталось? 13 минут? Ну, пока рейд укопленникуем и шмот разъебаем. Так, мы вводим тебе минус 200, тогда 50. И там слакали. Чупа умирал на первом боссе, я не отнимал. Эрария и Вакати, по-моему. Эрария и Вакати. И минус за вторы пахлаваны. Еще минус 50. Так. Теперь запустите Ануба. Я пока что рейд укомплектую и будем не пофиг мотки. Короче, вначале кому нужны трофеи, если кому-то нужны. Если кому-то нужны трофеи, когда мы, если ты здесь заходи в рейд, нужен будет в раз, который нужен будешь. Лок, который все наяривает мне в личку, тоже заходи. Лок, наверное. Так. Так. Подожди. Никому не нужны. Короче, никому не нужны. Нафиг. Таня, у кого-нибудь из своих, кому я доверяю, есть типа ГП установлен, чтобы на минусах побыл? Саня, Петя. Нету. Войда есть, давай, Войда. Штаны. 250 старт. Мишка, ставит? 250, чупа, раз. По мейн. 252. 253. Кидай обмен. Давай, у меня есть ПГП. Да, ты нужен будешь на новую. Подожди 5 секунд. Сейчас я соберу сильное пати, чтобы мы 50 на 50 попробовали закрыть. 5 секунд. Это будет после ребута, да? Да, это будет после ребута. Кому не нужен шмот, можете пойти отдохнуть. На, Войд. Минус 250. Чупе. Угу. Кидай обмен чупа квадрату. Ну, скорее, Миша. Ваня, обалдуй, тоже, наверное, нужен будешь. Заходи. Не тому отнял, Войд, блядь. Ком Марсезу. Сказал, чупа. А там он сдвинулся. Дальше. Ступни кожаные на эрдружку. Так, эрдру у нас нету. Изморский надо за 125. Кидай обмен. Изморский 125 минус.
Дальше. Грудь. Хебристы. ДЦшники. Мавар 250 раз. 252. 253. Кидай мне. Дальше. Пояс. 250. Старт. Вар, ДКшники, все, кто был на этом боссе, тоже могут вешать на замене себя Тор Грейпер. Ралли 250 раз, 252, 253, кидай мне. Квадрату. Дальше. Холипалы. Вот Хелп, по-моему, единственный холипал. По моим надо 250 старт, все 250 раз, 252, 253. Дальше. Грудь 250 ретрики там. Подожди, пока 250 на мейн раз, 250 на мейн мейлик раз. На next неделе это 10 одевать. Ну да, так что думать там. 250 раз, ну, берет, да, нет, Вадим. Ну, скорее. Не берешь, все, на off spec 125 кому-то надо. Похлован 125 раз. 125, 2, 125, 3 кидания. 10 сразу ссылка выйдет. А нонсет выйдет после. Да, то 10 сразу выйдет. Юй. Боты. 250. Старт. Миш, не Миш, а комбат Рогин. Это на комбата больше. Подожди пока. 250. А, мистер Бонд даже не было. Ну, короче, кому на мейн надо еще? Кроме Чупа. Он на ПВП. Если кому-то надо, пикайте быстрее тут. Хорошо, Чупа 250 раз. 252. 253. Кидай обмен. Миша, обмен. О, кстати, оперу убрали с обязательных боссов. Гарри. Да что ты... Дальше. Запы кольчужные. Запы кольчужные. 250. Юра, надо? Ротчик кому нужны? 250 на мейн раз. 250 на мейн два. 250 на мейн три. Никому не надо. Ноут спек 125. 125 буревестник раз. 125 два. Троянский. Так тебе на мейн заебал ты. Какой... Ну, это так вот тесты чисто, не факт, что я их один. Это так не работает. Забираешь за 250. Раз, два. Да, ну, ладно, сраку. Буревестник 125 раз, 125, два, 125, три. Кидай обмен. Дай скопотиночки. Хант на мои надо. Раз, два, три. Вары на мейн. Как хотите. На офспек 125 то же самое. Все на мейн никому не надо. Буревестник. Раз, два, три. Кидай мне. Но, пар, быстрее. Дальше. Пояс кожаный. Тоже 250 на мейн. Чупа 250 раз.
Вакати 750. Раз. Вакати 752. Мика, перебиваешь став? Ну так, ну ладно, все хочет. Раз. 752. 750. Да, 3. Кидай мне. Ну. Миша, кидай обмен быстрее. Не, он там просто фул ЕП у чела поставил. Второй. Чуть-чуть. Тоже 250 старт. А, нету у нас рдрушки. Значит. Значит, из морски надо за 125. Надо или нет? Ну, сейчас кидай мне. Нет. Да похер. Эрдур салон. Не, у него эрдур тоже есть. И у него и мигка есть. А, слушай, Саша, есть шея, что-то упало на шаманов. Можно отойти или там, чтобы вот есть ИП? Нет, все, я весь шмот за ИП. Теперь, пока... Кому нужен босс, пишите сперпати. На замене, которая... Пахован, ты не можешь, наверное, на замену. Я нужен на боссе будет тоже. Не нужен будет, да. Ступник ты не заберешь. Цепси, ступник я заберу. Или другой. Саш, я нужен буду, да, тоже? А, ты нужен будешь. Ну, ладно. Ну, давай. Сколько у тебя там ЕП, посмотреть? 6500 у меня. 7000. Ну, выпали ступ.